Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. Сегодня снимаю продолжение от такой серии, которая называется «Контрольная работа». И это часть вторая. Итак, начнем. Мама пошла в школу. Да, иди, дочь. А, иди, блин, иди. Весело будет сегодня. Ну, как обычно, я одна, все. Все. Я одна, встаю на свое место. Хотя я пересяду сюда. Надеюсь, ничего страшного, мне не скажет, это принцесса Луна. Интересно, кто-нибудь еще придет? Так, посмотрим. Так. Рэмбл, да что ты тут делаешь? А, да я в школу зашла. Зашла в школу в 7 часов, даже в 8 часов утра в школу просто так погулять? Да. Да ладно, я прям так тебе и поверила. Ну зачем зашла в школу? Да понимаешь, блин, я, блин, как бы тебе сказать, не поехала никуда. Ой, поэтому я пошла в школу. Ну кто бы сомневался, ставь свой портфель. Ой, будем хотя бы стоять вдвоем. Здравствуйте. Дети. Вас только двое в классе? Ну да, да. Это хорошо. Точнее, ну да, хорошо. Так, ну что ж, Флаттершай и Рэмбл Дэш. Так как никого не было, контрольную работу мы писать не будем. Да? А будем играть в игру. Это по мне. Значит, вы будете играть в игру. И в конце игры я буду подводить как бы баллы, итоги. И у кого будет наивысшее количество баллов, тот получит 5. Да? А у кого маленькое количество, ничего просто не получит. Я не хочу двойки вам ставить. Да? А можно спросить вопрос? Да. Да, конечно. Ответьте мне, пожалуйста, как бы, почему вы знаете Флаттершай? Я впервые в жизни слышу это имя. Просто мне эта девочка очень понравилась, да, девочка? Да. Я ее тоже не знаю, правда, Радуга. Ну ладно, ладно. Ладно, ладно. Так, начнем игру. Так. Первое, мы будем играть в игру. Значит, угадай, где я. Вы закрываете глазами и ищите меня. Точнее, кто закрывает глаза? Давайте я, что ли. Так, а мы будем бегать. Сейчас я бантиком глаза закрою. Так. А ну-ка найдите. Найдите, найдите. Ой, найди меня, найди меня. Я здесь. А я уже здесь. Да где ты? Не может найти. Нашла. Ай, ой, мама! Что? В смысле, мама? Что ты тут кричишь? Мама, мама, нет тут никакой мамочки, господи. Да просто со страху. Мама, ну знаете как? Ну да, да, да. А, корона моя. Тьфу ты, корона. Очки. О, все. Так. Ладно, теперь вы принцессу вводите. Кто бы сомневался? Один эти очки. Но закрой глаза. Так, все, закрыла глаза. Так, паника, паника. Уйти. Все. Так. Я здесь. Где? Я здесь. Да что за... А я тут. Ва-ва. Мама-мама! Нашла! И это ты, Флаттершай? Ну, май, миссис Луна, вы меня как-то сразу нашли. Да, это нечестно, меня ж никто не нашел. Да ладно, давайте лучше просто поиграем в слова какие-нибудь. Ну, хорошо, ладно. Ладно, а давайте лучше поиграем в экстремальную игру. В какую игру мы будем играть?
прыгать по партам. Ехал. Вообще-то мы не должны портить имущество. Давайте какую-нибудь хорошую, добрую, развивающую игру поиграем. Кстати, выше больше баллов набрала в этом раунде Rainbow Dash. Yes! Так как она никому не попалась. Эх, у меня тачи будет 5. Ну и фолтерша тоже. Ага, ура! Так, будем, значит, играть в игру. Прятать вещь и искать ее. Так, не указку. Ладно, указку так уже будет. Я буду прятать, ладно, миссис Луна. Конечно, Флаттершей. Так, мы отворачиваемся. Отворачиваемся. Куда бы спрятать? Туда под парту спрячу. Рэмбл даже никогда не найдет. Под свои парты особенно. Я все. Сейчас найдем ее. Надо проверить. Здесь нет, здесь нет. А, на очки мои упали. А, здесь нет, здесь нет, здесь нет. А что если... А, я хочу там тоже посмотреть. Нет, секундочку. Yes, я нашла! Аккуратно с партой. Ну, ау, вы ее сломаете. Миссис Луна, вы не ушиблись? Нет, да нет, не ушиблась. Все, я поняла ваш секрет, миссис Луна. Ой, да что ж, господи, какой секрет? Что, да господи, что за секрет? Вы знаете Флаттершай, потому что... Блин. Потому что вы были ее учительницей. Ой, да. Ну, нет, вообще-то нет. Мы тебе откроем секрет. Она моя знакомая. Да, интересно. Так, ладно, давайте поиграем в какую-нибудь экстремальную игру с зомби какой-нибудь. Ой, ну блин, ну почему? Давайте лучше напишем какой-нибудь тест, не знаю. Ну, пожалуйста, принцесса. Ну, хорошо, хорошо. Я буду зомби. Вау, прячьтесь, убегайте. Мама, я убью этого зомби. Пью. Толкну, точнее, его. А, блин, это, конечно... Аккуратней, мама! Что? Что ты сказала? Мама. Так ты ее мама? Точнее, вы ее мама? Да, догадалась. Что? Да, она моя мама. А почему ты не говорила, что твоя мама учительница? Ну, потому что, как бы, моя мама, она не в нашей школе, а ее перевели. Да, дочь, я знаю. Ты телец знаешь. Что? Что? Понятно. Теперь, дочь, можно уходить с урока. Сейчас все оставлю только, ладно? Да, поняла. Били портфель и пошли. Пойдем. Не мой портфель перепутала. Вот мой. Все. Стойте, меня подождите. Может, погуляем? Давай, мам. Ну ладно, погуляем, все. Это вообще как бы нормально, что мы уходим с урока? А, да, извините. Уроки отменяются, можно уходить. Ура! Йо-хо! Уа! Я пошла? Да. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И всем пока. Надеюсь, вам понравился этот сериал. Небольшой.